Короче, вот тут ряд испытаний провел. Два рядка, но не полных. По половине. Вот. Там еще надо будет прокосить. Здесь я прокашивал, они были чистые. Вот. Ну, по чуть-чуть. Итак, друзья, в ходе испытаний, в общем, снимать не снимал. Можете поверить на слово, можете не верить. В общем, в ходе испытания показалось, что вот эти хлысты, пруты коротковаты. Пришлось доварить по 20 сантиметров. Сейчас длина составляет их. Вот так, поменял двигатель. Ремень чуть другого размера. Вот, сделал площадку самодельную, чтобы ту не откручивать. Ну, по-моему, стало еще хуже. Вот. Движку немножко тяжелее. И вибрация тоже непонятная. В общем, сейчас заведу. Посмотрим. Тучки набежали, да не целый день. Ну, начал дождь накрапывать. Короче, закончили вот два рядка копать. Вот эти два рядка вчера выкопали. Вот еще два рядка прокошенные. И пять рядков не прокошенные. Вот, как-то так. В общем, мужики, влупил дождь. Убежали с огорода. Завтра продолжим. Если погода даст. Просто капец. Просто капец. Поехали копать. Вот, просохло хорошо, сейчас обед. Вот. Отлично просто. Так, ну, наверное, поедем на некошенное. С этим все понятно, как бы. Ну, понятно, да, по-чистому. Па, давай на некошенное, на второй рядок заедь. Не на этот, а на следующий. Ну, по-чистому, понятное дело. Вот сюда. На этот. Как раз и здесь трава, и с той стороны трава. Сейчас заведу. Так, завелся. Давай. Так, друзья, переделал вал. Сделал новый вал. Здесь на шлицах, чтобы он снимался в эту сторону. Гайка. Кусок гранаты отпилен. Варен вроде бы. Варен ровненько. Пойдет. Здесь вал сделал со смещением. Блин, отколол. Ну, пойдем, ну ладно. Если что, новую выточу. Когда-нибудь, возможно. Так, ну еще. Значит, добавил три крепления. Точнее, три положения. Стояло на крайнем. Сделал среднячок и еще третью. Третий крепление. Так, переставил на четвертое положение. Вот, выставил вот так табурет. И замерил ход, мужики, вот отсюда, вот от этой, и вот она пошла, остановилась. Составляет где-то 6,5-7 сантиметров. Ход она неудобно. Будут все 15, наверное, сантиметров. Да, где-то сантиметров 12 хода. Так, всем еще раз привет. Солнце садится, сейчас чуть-чуть попробуем с этой переделкой. Может, даже двигатель придется вернуть. Сейчас заведу, опустим.
и попробуем. Это холостой ход. Сейчас газу дам. Давай, давай. Так, вернул тягу назад, потому что ну прям сильно его колбасит. Пробуем еще раз. Поехали. Я добавлю. Поехали, поехали. Ну, видео, мне кажется, будет неполным, если я не попробую двигатель с редуктором, у которого обороты в два раза меньше, нежели с прямым валом. То есть, как она себя будет вести на меньших оборотах. Может, даже будет лучше. Так, друзья, ну, загнал в рядок. Сейчас заводимся и пробуем. Батя уехал до брата. Вот, поэтому сейчас оператору отдаю камеру. Комментировать уже не буду. Возможно, в процессе. Кстати, вот еще раз привет. Всем привет. А вот так. Все, держи. Сейчас завожусь. И поехали. Что там? Инструмент видно? Вот так. Секунда делов. Выключай. Вот такие вот дела. Если кто-то думает, что сильно трясет, нет, не трясет. Все сглаживает навеска. Все вибрации, колеса берут на себя все. Туда никак не ощущается. Вот. Косарь. Косарь косит забор в труханах. Ну ладно. Все, мужики, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.